И снова всем привет, дорогие друзья. Возвращаемся к сборке путешествия к ядру или к центру Земли. Ребят, я совсем забыл про утку. Я высадил утку. Тут, правда, не видно веревки, но вообще я ее привязал. Короче, эта утка гадит еще. Короче, гадя. Я ее так и назвал, гадя. Вот, потому что уже нагадило мне сколько тут, кстати? 6. 6 вот этих вот штучек. Так, ну ладно, короче говоря, это то, что нагадило гадя, можно превращать в удобрение, если смешать с землей. Еще пару раз она выдаст, и вот уже сможем скрафтить. Так, что там у нас по квестам, кстати? Вообще, квест, конечно, хардкорный, блин, прям чересчур даже. Так, я тут что-то мимоходом уже что-то даже прошел. Ага, я наубивал этих уток, слава богу. У меня теперь есть кровать, клево. Так, шест откинем сюда. А кровать, блин, вот даже не знаю, если честно. Куда ее поставить, чтобы она, во-первых, не сгорела. И надо поставить, чтобы... Ну, хоть копать для нее специальную. Так, другая проблема какая? То, что у меня... Где же выкопать себе убежище? Давайте напротив... Напротив листвы, так, чтобы здесь точно был кислород. И было клево. Так, поставим дверь, наверное, здесь. Опачки, опять это руда. Как я люблю эту руду. Гляньте, гляньте. Ой. Что-то взрывается. По-моему, это ко мне. Что-то я так прям даже уверен. По-моему, это за мной. Кому-то очень не понравилось, что я выкопал. Да, не бери чужого, как говорится. Да пусть взрывает, господи. Что он там еще взорвать такого может, чего, ну, короче говоря, все не взорвет, я так думаю. Так, а как же сделать так, чтобы тут еще и светло было? Я не знаю. Я не знаю. Так, сейчас мы сделаем... Блин, они очень рядом. Они где-то тут. Так, дерево я немножечко наделал, кстати, на рыбках. Так, мы, наверное, сейчас сделаем все-таки дверь как дверь. Или как лучше, даже не знаю. Ну, давайте сделаем дверь как дверь. Я боюсь, что кровать загорится. Вот по-любому загорится. Надо, чтобы там в то же время как бы и светло было. Но в то же время, чтобы ничего и не сгорело. Вот в чем дело. Так, вот если мы, допустим, факел, которого у меня, кстати, даже нет. Да, уж... Так, вот нужно наоборот, напротив двери. Да нет, дверь загорится. Дверь загорится, это точно. Так, у меня вообще-то уголь немножечко есть. Давайте сделаем факелов, потому что все равно нужны. Так, это закинем обратно. Так, а что я из этого могу сделать, кстати? Так, light healer. Healer? Healer это хорошо. Green colored ingot. Понятно, короче говоря, не пойми, с чего делается. Хорошо, ладненько. Так, а зачем я пришел факел поставить, да? Так, ну вот не знаю, будет ли вот там гореть. Дело в том, что если загорится, то это плохо будет. Спаун сет, отлично. Ну, хотя бы спаун поставили. Хотя бы поставили спавн. А вот загорится или не загорится, черт его знает. Так, давайте здесь листву вкопаем, что ли. Ладно, разобрались типа. Сгорит так сгорит, черт с ним. Так, что еще? О, пшеничка поспела. Пшеничка поспела, это тоже, кстати, хорошо. Я давно хочу попробовать, а если эту утку еще и покормить? Вот что будет, интересно. Тут дело в том, что пшеница переводится в семена. Да, она ест. Она поела. Если поела, значит сходит, да? Так, хорошо. О, морковка поспела. Вообще отлично. Вообще отлично. У меня теперь разная еда. Так, а еще у меня есть джусер. Я сделал джусер. Делается из камня, не очень сложно. Но из него ж можно делать морковный сок теперь. Отличненько. Так, семена, я надеюсь, не пропадут никуда. Так, а вот это вот походу есть. Видите, у меня уже тут напропадало кое-что. Так, вот этот саплинг я забыл посадить. Так, кто же там у нас там чего взрывал, интересно. Ну-ка, давайте-ка глянем. Вау!
Они там стоят. Ага. А если я сейчас подойду, и он стоит? Он может сделать вообще все, что угодно, если честно. И от него особо не убежишь. Так, ну нафиг. Нафиг, нафиг, нафиг. Чё мне больше всех надо, что ли? Ну, стоит и стоит. Меня ж не трогает. Так, давайте лучше напьемся. Так точно не пропадет. Так, хорошо. Джусер у нас есть. Клево. Давайте смотреть, что там у нас дальше по книжке. Так, кровать мы забрали. Так, 8. Мне дают аж 4. А, один из четырех. Так, кожу я знаю точно можно делать из вот этого. Есть ли у меня еще такое? Нету, нужно убивать зомбей. Так, если ее пережарить, да, то получится кожа. Кстати, что-нибудь еще бы пожарить, что мне там с едой все нормально, да? Что такое пожарить? Так, есть у меня еще вот что. Ну-ка, и вот что, да? Это реально можно сделать лук. Есть еще стрела. Итого у меня 4 стрелы. Ну, короче, это, конечно, все очень-очень мало, но лучше, чем ничего, согласитесь. Так, а может быть лук сделать сразу тинкер-констрактовский? Идея хорошая, кстати. Так, что там у нас с луком? Для этого нужно две тетивы и палка. Просто его же можно будет чинить, понимаете, в чем дело? Так, а ну-ка, как делаются шаблоны для вот этой штуки? Ну как делаются как-то? Так, где там у нас шаблоны? А дело в том, что лук-то будет апгрейдиться, вот в чем дело. Так, теперь тут мы, получается, можем сделать из тетивы. Ну или нет. Так, а ну-ка, что там из него можно делать вообще? Так, как она вообще называется-то, эта штука? Bow Limb Pattern. Так, какие у нас бывают лимбы? Лимбы бывают разные, да? Кактусовый даже есть. Флинт. А, это же у нас не тетива, это у нас типа рукоятка, да? Так, можно из дерева делать, из железа, из флинта. Ну, из флинта, наверное, можно из кости сделать. 121, 1. Ну, конечно, из кости лучше. Но из кости чинить, из кости придется. Что у нас с костями? Не очень там хорошо. Ну, ладно, давайте попробуем сделать из кости. В конце концов, со скелетами мы как-нибудь справимся. Так, а ну-ка. Тут я так понял, что из одной кости можно. А, нет, нельзя. Так, ладненько. И если мы делаем лук. А, так для него же еще и стрелы придется делать отдельно, да? Так, а чего ты не делаешься? А, вот тут как раз должна быть веревка, да? Блин, как все сложно. Так, паттерн сделали. Так, а вот веревка из чего может быть? Как она называется? Bowstring. Ну-ка, Bowstring. Из чего ты там можешь быть? По-моему, вот честно, дурацкая идея у меня с этим луком появилась. Да, тут есть хорошие луки. Из чего делаются? Так, ну да ладно. Так, bowstring, из чего ж ты делаешься? Mid-crossbow limb. Так, делается она только, видимо, из тетивы. Так, стоп, это не то, это не то. Вот сюда нам нужно. Так, кость убираем тогда. Так, вместо этого ставим вот это. Что-то я жмусь на сундук, я не знаю почему. Из трех аж, да, делается. Жулики. Так, ладненько. Лук есть, костяной. Нормально. Так, и может ли он стрелять стрелами какими-то? Ну, короче, эти стрелы нужно делать. Блин.
А для стрел нужны перышки. А, не обязательно, кстати, перышки. Из флинта, я думаю, можно будет сделать. Что там у меня с гравием? Кстати, по гравию есть квест, который можно сейчас сдать. А ну-ка, давайте-ка. Извините, что так с одного на другое кидаюсь, но просто за квест что-нибудь дадут. Вот в чем дело. Так, во-первых, мы тут зомби убили. Забираем награду. Так, тут нам нужен блок копера. Кстати, блок копера, и мне дают копер флинт. И еще и наконечник для меча. А я этот самый нашел, да. Мне нужно 9, получается, пожарить. Давайте угольку туда еще подкинем. Да, конечно, было бы, наверное, хорошо, если бы я тинкерс-констракторскую печку построил, но сейчас пока что нечего. Пока что нечего. Так, но зато мне есть кожа. А кожи сколько там по заданию, кстати, нужно? 8 штук аж. Ну так это надо 8 зомби убить сначала. Так, ну ладно, в принципе, пока идет все нормально. Такие стрелы, я так понимаю, не подходят. Да нет, подходят. А ну-ка. Получил гад. Иди сюда, в глаз тебе прямо. Знаете, он стоит как терминатор. Так, а вон там еще один терминатор стоит. От него вот как раз-то я и выхвачу, да? А может и нет. А, он здоровый, он пройти не может. Вот хороший какой скелет. Получаем. Расписываемся. Так, значит, что у нас тут из хорошего появилось? Я засветил очень большую территорию. Более-менее мобы от меня отстали. Появилось дерево, которое растет. Вот, правда, оно вырастает и сразу сгорает, потому что факелы рядом стоят. Без факелов как бы совсем плохо растут. Вот, но иногда бывают очень удачные вот такие вот случаи, что выросло и не загорелось. Так что нужно это место приметить. Так. Голодным здесь быть очень-очень вредно, поверьте мне. Сразу начинаешь умирать. Так, хорошо. С этим тоже разобрались. Он нам хотя бы одну стрелу дал, этот скелет, кстати. Одну стрелу, собственно, и дал, да? Ну, молодец. Так, кость у нас, если что, есть, лук починить. Так что все очень даже хорошо. Так, стрелу оставим, порох нам не нужен. Что там, кстати, из пороха можно сделать? Патроны. Из Main Factory Reloaded. Не, ну клево, конечно. Так, тут есть Mine Factory Reloaded. Ну, короче говоря, мне нужен блок меди. Как ни крути. Вот, и тогда у нас дела пойдут немножечко проще. Так, мы делаем блок меди. Сейчас пока давайте пока палки повыкидываем. Дерево тоже. Ага, у нас уже некуда дерево выкидывать. У нас настолько много дерева. Понятно. Я так думаю, что самое время сделать еще сундуков. Так, потому что мне нужен, во-первых, сундук под паттерны, потому что мне это немножко надоело, что они у меня валяются, не пойми где. Так, давай один паттерн сюда. Сундучок. Так, и вроем мы его куда-нибудь вот сюда, наверное, да? Ну да, они же нам здесь больше будут нужны. Так, во, нормалек, нормалек. Так, есть паттерн, паттерн, паттерн. Так, это все сюда. А что, больше прям нету паттернов? Ну и ладно. Так, хорошо, сундуки у нас появились еще дополнительные. Это хорошо. Наверное, выстроим их. Блин, я даже не знаю, где выстраивать, так, чтобы они не загорелись. Ну, давайте, допустим, где-то здесь. Так, и один вот туда, сзади. О, отличненько, отличненько. Так, значит, медь мы сделали. Медь мы сделали. Так, подтверждаем.
Забираем, ну, естественно, наконечник. Спасибо. Так, и нам нужен блок железа. Но вот железо-то у нас как раз уже дофигища. Так, нужно только кирку поставить сюда, поставить наконечник. Не хочет, потому что ее нужно сначала починить. Так, и причем, скорее всего, у меня начнутся проблемы в том плане, что придется все время чинить теперь медью. Так, и у нее уровень все равно копер, но у него есть майнинг XP теперь. Так, ладно, нормуль. Так, есть у нас еще full guard pattern. А что там из него можно делать? Ладно, это мы потом об этом подумаем. Так, а теперь можно сделать меч немножечко получше, чем каменный, да? Ну да, ну да. Так, можно сделать что? Можно из флинта сделать ручку, из дерева сделать, ну, короче говоря, вот это. Так, нужно сначала паттерн соответствующий. Так, где там у нас рукоятка? Ну, вот это, наверное, да? Так. Так, а что у нас там с флинтом? Так, гравий у нас есть, но я помню, что по гравию какой-то квест должен быть. Так, тут нужно покетбат. Прикольно. Так, и сетку нужно. И за это дадут еду. Так, лаймстоуна 128, мрамора 128. Ого. Так, ну это, кстати, можно поздавать, потому что у меня чуть-чуть-то есть. А, пока 128. Два стака, да? Два стака того и того. Ладненько, хорошо. Хорошо, за это дадут чизел. Ну, надо же, чизел я и так могу сделать. Так, я вспомнил, где у нас другая часть. У нас же тут дополнительные квесты открылись. Так, компрессит гравил. Так, это у нас 18 будет. 16, 17, 18. Так, раз, два. Так, что-то я это переборщил, но ничего. Так, выбираем сумку какую-то, за это дают песок. Песок это вообще хорошо. Из песка можно сделать чего-нибудь типа, я не знаю. Ну, в смысле, что можно сделать из песка хорошего? Из песка можно, например, посадить тростник. Или кактус. А из кактуса можно сделать много чего интересного. Так, давайте вот это уберем. Что, неужели рукоятку нельзя? Гуард, гуард. А ну-ка, из чего там можно сделать? Так, гуард. Ой. Так, из чего? Из кактуса, из флинта. Можно из флинта сделать? Что, неужели нужно больше флинта? Так, давайте вот это уберем тоже. Не хочет. Что, больше флинта, что ли, нужно? Ну, это тоже можно, кстати, устроить, раз уж там им сильно нужно. Так, я все время путаюсь. Чего ты не хочешь-то? Ну, странно, конечно. Странно, очень странно. Ну, давайте из дерева сделаем делов-то. Где у нас там дерево? Есть какое-нибудь? Не хочет он делаться из дерева. Так, тут же вот написано. Obsidian Netherrack. Peridot Rupee Sapphire Dark Steel. Из пластика, из пинг слайма можно, да, сделать. Можно из камня. Ну, только из камня, наверное, ничего не будет. А ну-ка, давайте проверим. Так, сейчас мы вот это вот все лишнее поубираем. Так, вообще стрела как раз это не лишняя. А, можно точно из кости сделать, да? Нет, что-то я не видел там кость. Так, ладненько, тогда берем булыжничек. Так, гравий это обратно. Так, не подходит. Не может быть из него. Так, из обсидиана, незерак, эндер, метист. Так, или из пластика. Тир джекер. А что такое тир?
Ну, это какой-то металл, скорее всего, да? Это какой-то, наверное, металл, который даже никак не делается. Очень интересно, конечно. Так, ладно. Ладно, откидываем все тогда это добро. Тот же самый меч. Ну, я не придумал, из чего сделать ручку, ребят. Из того, что у меня, по крайней мере, есть. Так, что у нас в сумке? Ёкарный бабай. Вот для чего у меня новый сундук, да? Так, ну это все можно очистить. Это что, кстати, мрамор, да? Ну не 128, а мне-то нужно 128. Так, хорошо, смотрим, что там у нас дальше. Так, это мы сделали. Так, книжка. Ага, квестбук, ясно. Так, глины 8 штук нужно сделать. Это значит 32 вот таких. Это нужно гравий. Угу. Короче, мне нужна вода, я так понимаю. Как ни крути. И вот сюда нужна вода, пороха 2. Это что, 2 крипера убить? Однако. Так, саплинг. 10 саплингов дают резиновое дерево. Понятно, а из пластика мы потом сможем сделать ручку. Ничего себе план какой. Так, это у нас все мрамор. Так, 10 саплингов мы зачли. Получаем резиновое дерево. Отличненько. Резины нужно получить всего 4. Ну, давайте возьмем, наверное, муку, что ли. Или вот это удобрение, где оно тут? Да, вот оно, это удобрение. Я так думаю, что с помощью него мы сможем сделать. Так, давайте-ка, наверное, вот эти вот коврики все откинем сюда. Чтобы у меня был один сундук с барахлом. Так, вот это все пока сюда. Так, это... Палка это. Так. Так, и вот эти 3. Так, сундук со всякими штуками, ясно. Так, и вот это надо бы как-то посадить. И как-то вырастить, да? Ну, давайте попробуем. Пока там вроде бы никого нет. Пока вроде бы никого нет. Никого ж нет. Так, я, наверное, посажу вот здесь в не очень светлом месте. И попытаюсь вырастить. Есть. Ой. Я даже не посмотрел, насколько оно было высоким. Потому что мне не очень интересно было. Так, хорошо. Отличненько. Да, все хорошо в этих деревьях, только то, что с них яблоки не падают. А так вообще все хорошо. Так, и вот тут вот я все время хочу как-нибудь это все заделать. Ладно, потом. Да, жить приходится просто в ужаснейших условиях. Так, 4 резины подтвердили. Это забрали. Отличненько. Так, пластик. 32 пластика? А чё не 2000 пластика сразу? Ну так, чтобы было веселей. Так, это 32 пластика. Это ж его нажарить нужно, получается. Да, это выращивать и выращивать. Я так думаю, что давайте 3 штучки, парочку оставим на всякий случай, как неприкосновенный запас, потому что иначе мы его потом не получим. А это, наверное, где-нибудь высадим все-таки, пускай растет. Да, когда-нибудь оно вырастет само. Так, что там в сумке? Фишинг рот, удочка, да еще и электро. Из Main Factory Reloaded. Ну вот, по-любому нужна вода. По-любому нужна вода. Короче, ребят, я воду вообще-то нашел. Осталось ее достать. По-правильному. Так, сейчас мы эти саплинги откинем. Пластик. Давайте пластик, наверное, уже вот туда кидать. Так.
Так, удобрение пускай у нас будет здесь вместе с деревом. Так, а что у меня тут из интересного есть? Ну, еще медь есть. Так, и у меня есть, главное, кирка, которой нужно очень долго копать, чтобы она обградилась до железной. Вот, но это будет уже, наверное, потом. Так, а пока что, раз у нас есть железо, мы возьмем 6 штучек, сделаем пару ведер. Хотя зачем нам пару ведер? Нам достаточно, наверное, одного ведра, если аккуратно два раза сбегать. И где-нибудь нужно придумать колодец, который у нас будет. Наверное, вот тут он и будет. Ну да. Почему бы и нет? Так, вот это все можно убрать. Так, ну и вот тут нальем. Ну да, будет клево. Так, короче, где я нашел воду? В общем, я понял, принцип, построения. Так, что-то я заблудился немножко. Принцип построения здесь, как сказать, шахт, что ли. Вот, принцип очень простой. Так, что у меня с факелом? Факел, ты чё? Гори. О, блин. Так, вот у нас вода. Чем ниже к низу, тем больше лавы и воды. Чем выше кверху, получается там больше как бы такое адское всякое. Зарак и так далее. Так, а ну-ка, мы сможем туда проникнуть? Есть вода. Отличненько. Отличненько. Уносим, уносим, уносим. Я сейчас не удивлюсь, если здесь нет бесконечного источника. Вот вообще не удивлюсь, если честно. Так, и еще нужно одно ведро как-то добыть. Блин, опять я пробегаю эту свою мини-шахту. Я здесь ставлю ступеньки. Очень хорошо, кстати, помогает в том плане, что... Так, по-моему, эта вся вода где-то... Где-то прямо подо мной. По-моему, там уже и так есть бесконечный источник. Но это, в общем-то, и хорошо. Так, здесь ко мне пока что никто не попал. Не проник, в смысле. Так, ну что? Бесконечный источник есть. Отличненько. Отличненько, отличненько. Так, пластика 32. Да вы смеетесь. Так, вода есть. Два пороха. Ну, один порох есть. Второй нужно добывать. Кстати, как его можно сделать? Из угля, нитра и серы, да? Ну, короче, никак пока что. Хорошо. Так, 5 ведер сдать. А как я туда их сдам? Ой. О-о. Зацените, кто пришел. Ой, он сейчас взорвется. Не взорвался. Как они, собаки, сюда пришли? Вот как они сюда пришли? Можно вопрос такой? А ну-ка, я их всем нажму. Смотрите, здесь все... Ну-ка, давайте даже вытащу из лба факел. Тут нету нигде... А, ну ясно. Так бы и сказали. Пришли сверху. Хорошо, ладно, пришли да пришли. Нашли, короче, тонкое пространство. Так, у нас есть морковка уже, кстати. Так, ну морковка у меня растет. В принципе, здесь сейчас можно поставить землю и вообще нужно копать огород. Но я это буду, наверное, делать в следующий раз. Так, сейчас мы глянем еще, что у нас там. Но 5 ведер сдать это несложно. Так, пластик сдать несложно. Что там у нас еще по квестам есть из хорошего? Так, генератор. Это что такое? Whitestone. Короче, это что, блок редстоуна? Нормально так. А, ну да, он, по-моему, так и делается. Если так-то. Так, и что-то у нас еще четвертое есть. Это, наверное, по еде. Два паука убить. Я уже убил двух, да? А, нужно 10. Понятно. Так, ну что ж, в принципе, неплохо. Сейчас нужно апгрейдить кирку, накопать вот этой гадости. Нам дадут сумку. Так, и двигаться вот в этих направлениях. На этом все, ребят. Спасибо, что посмотрели, и всем пока.